Добрый день, коллеги. С вами Апноэ Про, самый зожный YouTube-канал всего русскоязычного интернета. И я его бессменный ведущий Олег Гаврилин. Находимся мы в Мекке фридайвинга в Дахабе. И рядом со мной находится очень интересный человек, которого я горд вам всем представить. Это Оксана Сиваковская. Специалист и преподаватель по йоге, по дыхательным техникам и по системам естественного оздоровления. Оксану я заочно знаю уже лет, наверное, 20, потому что первая книжка, которую я прочитал про йогу, называлась «Пранаяма. Путь к тайном йоге». «Путь к тайном йоге». Автор ее был такой писатель Ван Лизбет, специалист, а переводил ее непосредственно Оксана. Вот. Огромное испытываю я уважение и респект тебе за то, что ты подарила мне путевку в этот прекрасный мир. Значит, о чем мы хотим с вами поговорить? Не буду я растекаться мыслью. Оксана покажет вам три комплекса йоговских, да? Они йоговские будут какие-то. Да, больше йоговские. Которые помогут вам надлежащим образом выстроить и подготовить ваше тело к глубоким погружениям, и причем выстроить от головы и буквально до пят. Значит, один комплекс у нас будет на голову. Будет дыхательный. Другой комплекс будет у нас на торс, на грудь и на спину. И третий комплекс будет у нас на голеностоп. Почему? Потому что голова у нас должна быть готова к продувке и к нырянию. Ну, то есть в голове должны быть правильные мысли и не должно быть неправильных вещей, например, слизи. Естественно. Торс наш должен быть максимально эластичен, чтобы мы могли взять с собой много воздуха под воду и много всяких полезных других вещей. Потому что воздух нам понадобится для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, для того, чтобы искать рыбу, искать впечатления, получать эмоции, оставаться при этом живым и еще чтобы продуваться. А голеностоп нам нужен правильно растянутый и эффективный для того, чтобы правильно и корректно работать нашими с вами прекрасными ластами. Глубоко погружаться, стремительно передвигаться, очень круто выглядеть на фоточках в Инстаграме и потом всплывать. Оксана, начинай. Итак, первый комплекс. Комплекс, выстроенный на традиционной йоговской техники крия под названием капалабхати. Капала – голова, бхати – сверкающий, сияющий, да, то есть сияющий череп. Техника подразумевает активные выдохи, да, то есть активные выдохи, которые чередуются с пассивными вдохами. И за счет вот такого вот форсированного выдоха мы массируем слизистую носа, что, как следствие, да, облегчает продувку и, естественно, как бы уничтожает вот эту патогенную флору в носу, которая, собственно, является причиной большинства респираторных заболеваний, да, заболеваний носа и ротоглотки. Я бы предложила сделать этот комплекс, ну, в максимально простом варианте, и предложу я вам таких три варианта, да, и каждый сможет выбрать то, что ему больше подходит. Я предложу симметричные и асимметричные варианты. Опять-таки, из-за того, что большинство из нас, если не сказать все, да, мы все-таки достаточно асимметричны, да, то есть у нас по-разному работают правая и левая сторона тела. Вот, соответственно, как бы сложности могут возникать либо с правой, либо с левой стороны, то есть либо с правой, либо с левой ноздрёй. Итак, вариант номер один. Мы будем делать очень медленный вариант, да, то есть почему? Потому что капалабхати, по сути, выполняется со скоростью 120 вдохов и выдохов в минуту, да, то есть понимаете, да, в течение одной секунды вы делаете два цикла дыхательных. Вот. Мы же с вами будем делать это, ну, в два, а то и в три раза медленнее, да, для того, чтобы вы как следует прочувствовали и смогли вот ощутить всю глобальность, что ли, этого процесса, его влияние на ваш организм, на ваш нос, на вашу слизистую, на вашу голову. И я сначала покажу, потом мы попробуем повторить это вместе. Итак, первый цикл капалабхати мы с вами сделаем 10 раз. Потом, естественно, вы в своих самостоятельных занятиях вы это увеличите, ну, хотя бы до 30 вдохов и выдохов. Итак, как я уже сказала, мы должны выполнить пассивный вдох и активный выдох. Обратите внимание, брюшная стенка у нас будет активна. Она работает как насос, как такой вот поршень, да, который накачивает воздух. Через нос воздух активным таким плотным потоком выходит наружу, да, то есть происходит выдох. Итак, вдох, выдох, вдох в живот, выдох через нос. Делаем 10 раз,
таком медленном темпе. Итак, вдох-выдох. Ну, приблизительно вот таким вот образом. На что хочу обратить ваше внимание. Две такие самые главные ошибки, которые чаще всего встречаются во время выполнения цикла Капалабхати. Слишком напряженные мышцы живота. То есть живот должен естественным образом расслабляться в тот момент, когда вы делаете вдох, и естественным образом напрягаться в тот момент, когда вы делаете выдох. То есть представьте себе, что кто-то хочет ударить вас в живот, и вы просто защищаясь, да, слегка напрягаете мышцы живота. Это первое. Вот. Ошибка заключается в том, что иногда вы недорасслабляете живот во время вдоха, и, соответственно, уже невозможным становится выполнение большого количества повторений. Ошибка номер два. Когда мы делаем вдох и выдох, мы их делаем, ну, почти одинаково активными. Как это звучит, да, потому что это легко услышать. Да, то есть вы можете услышать мой и вдох, и выдох. Нам же нужно слышать выдох. Вдох происходит очень нежно, очень деликатно, и мы практически его не слышим. Сравните. И. То есть на выдохе такое легкое стаккато, да, удар. Вот. Ну и третий момент, это сместить все-таки внимание в сторону носа. И чуть меньше внимания в сторону живота. То есть если мы во время медленного цикла мы двигаем животом, мы двигаем животом достаточно сильно, то когда мы переходим, берем более большой, более высокий темп, то, соответственно, движения становятся более поверхностными. Где-то вот так это выглядит. Да? И вот при таком подходе, да, мы можем выполнить большое количество повторений. Еще один момент, я должна была бы сразу вам об этом сказать, у вас должен быть ровным позвоночник. Смотрите, если вы хотя бы немного сгорбитесь во время выполнения вот этого дыхательного упражнения, ваш живот, да, он будет достаточно сжат, соответственно, вот эти вот активные движения животом, ну, они будут попросту невозможны, да, поэтому нужна ровная спина, расправленные плечи, соответственно, достаточно расслабленная шея, макушка головы направлена вверх. Итак, еще раз, прошлись по основным позициям. Осанка, да, мы сидим с ровной спиной, наш позвоночник вытянут, макушка тянется вверх, подбородок слегка опущен. Язык лежит сверху, на верхнем небе, упирается в десну за передними верхними зубами. Никакого давления там нет, он просто там лежит, да, вот положите его там, его оставьте. Третье, расслабленный живот. Да? И давайте попробуем сделать вместе 10 повторений. Вот как-то так приблизительно. После выполнения цикла Капалабхати, причем неважно, это обычный Капалабхати или асимметричный, вы делаете небольшую задержку дыхания. 10-15 секунд будет вполне достаточно. Для начинающих это задержка дыхания с воздухом, да, то есть вы делаете ее после вдоха. Для людей с уже каким-то опытом, да, в плане дыхательных техник, вы можете делать ее после выдоха, совмещая с техникой вакуума, да, или удияна бандхи. Показываю. Итак, сейчас я делаю 5 капалабхати, после этого задержка дыхания. Я закончила капалабхати, далее где-то на 3/4 я наполняю мои легкие воздухом и делаю задержку. Затем плавно выдыхаю. Еще один момент, он касается фридайверов, касается подводных охотников. Люди привыкли дышать ртом, да, потому что дышим через трубку, дышим в маске. Во время выполнения всех техник пранаямы, да, то есть техник, которые относятся
к дыханию в практике хатха-йоги, мы всегда дышим через нос. То есть у нас, ну, по-моему, есть там всего парочка таких вот упражнений, при которых допускается дыхание ртом. Во всех остальных упражнениях мы дышим только через нос. Асимметричный вариант техники капалабхати, нашего очищающего дыхания, выполняется поочередно через левую, через правую ноздри. Выполняете вы от 10 до 30 повторений, я думаю, этого вполне будет достаточно для начала. И после этого мы опять-таки делаем задержку дыхания, которая, ну, необходима нам для того, чтобы выровнять СО2 и кислород, да, в составе нашей крови. Закрываем правую ноздрю. Выполняем, давайте, 10 выдохов и вдохов через левую. Затем меняем активную ноздрю, закрываем левую и делаем то же самое через правую. Теперь мы выполняем вдох, заполняя наши легкие где-то на 3 четверти, задерживаем дыхание на 10 секунд и плавно выдыхаем через нос. Итак, у нас вдох. И плавный выдох. Еще один вариант, он может вам понравиться тоже, да, он будет, возможно, немного сложнее предыдущего, потому что активную ноздрю мы будем менять на каждый выдох, да, то есть мы используем наши пальцы как прищепку и начинаем вот такую вот штуку. Закрываем правую, выдыхаем через левую, закрываем левую, выдыхаем через правую. После этого наша технически обоснованная задержка дыхания. Мы делаем небольшой вдох, 3 четверти объема, задерживаем дыхание 10-15 секунд и после этого выдох через нос. Выдох через нос. Вот, собственно говоря, вот эти три варианта капалабхати. Вы можете выбрать для себя какой-то один из них, либо использовать все три, либо в зависимости от состояния вашей слизистой, от состояния вашего носа, использовать какой-то один из них. То есть выбирайте, что вам больше подходит, и, надеюсь, это будет полезно. Дорогие друзья, хотела бы представить вам комплекс, ну, который не знает разве что ленивый. Любой человек, который хоть раз попадал на занятия по йоге или вообще по каким-то другим видам стретчинга, да, он, наверное, сталкивался с этим комплексом. Это вариация комплекса кошка, которая, ну, на мой взгляд, вот в таком варианте она наиболее полезна как раз именно для того, чем мы с вами все занимаемся, а именно для фридайвинга, для подводной охоты и, в общем-то, для плавания. Цель этого комплекса – сделать мышцы, наши дыхательные мышцы, да, мы знаем, что у нас есть ряд дыхательных мышц, вот, сделать их максимально эластичными, максимально подвижными, да, и, как следствие, сделать наш вдох максимально эффективным и глубоким, и наш выдох максимально полным, да, потому что без хорошего выдоха невозможен хороший вдох. Вот. Поэтому покажу я вам такой вот комплекс. Комплекс состоит, ну, его можно сделать по желанию, либо очень длинным, но мы с вами ограничимся там, сделаем 5-7 позиций, да, и, собственно, этот комплекс подойдет очень даже для новичков. Так что не бойтесь, даже если вы никогда не занимались йогой, никогда не занимались растяжкой, этот комплекс обязательно у вас получится. Выполняем позу кошки. Располагаем ладони под плечевыми суставами и колени под тазобедренными. На вдохе делаем прогиб в одну сторону. На выдохе выгибаемся в обратную сторону. На вдохе подбородком тянемся вверх, на выдохе лопатками вверх. Спокойное глубокое дыхание. И по окончании упражнения садимся на пятки и вытягиваемся по всей длине позвоночника. Постарайтесь расслабить шею, при этом ваши руки должны оставаться активными.
Следующая вариация со скрещенными руками. Обратите внимание, та часть спины, которая соответствует верхней руке, будет растягиваться чуть-чуть интенсивнее. В моем случае это левая сторона. Теперь я поменяю руки и чуть активнее потяну правую сторону спины. Следующее вытягивание, все так же сидя на пятках. Шея расслаблена. Третья вариация – боковые скручивания. Мы сейчас растягиваем и активизируем межреберные мышцы, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Движение симметричное. С одной стороны мы вытягиваемся, с другой сжимаемся. И вытяжение. Следующую кошку мы с вами выполним стоя на предплечьях. Обратите внимание, зона лопаток стала еще активнее. Это моя любимая вариация. Помогает хорошо и глубоко дышать. Вытягиваем руки вперед и растягиваем весь позвоночник. Если вам удобнее, вы можете опуститься на пятки, можете выполнить ее так, как делаю я. И дальше, если ваши плечи достаточно подвижные, можете попробовать пониже опустить грудную клетку. Из этой же позиции мы выполняем скручивание. С правой стороны и затем с левой стороны. Скручиваемся от талии, одновременно растягивая плечи. Люди с проблемной поясницей, обратите, пожалуйста, внимание, это движение, оно может быть опасным для вас. Вытяжение. И теперь я предлагаю вам лечь на живот, вытянуть руки за спиной и переплести пальцы. Следующее упражнение – вариация позы змеи. Раскрывается грудная клетка, вытягиваются плечи. Дышим произвольно. На вдохе вы можете вытянуться чуть глубже. Из этого же положения выполняем скручивание в одну и в другую сторону. Растягиваем мышцы плечевого пояса с одной и с другой стороны. Компенсируем нашу нагрузку в том же положении, сидя на пятках, с расслабленной шеей. Итак, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию небольшой комплекс для развития подвижности голеностопного сустава. Подвижные стопы, подвижные суставы нам необходимы для эффективного гребка в ластах, нам необходимы для хорошей работы ног в плавании и, в общем-то, просто даже для хорошей и эффективной ходьбы. Вот. Здоровые стопы – это наша осанка. Это, кроме того, просто наше хорошее настроение и самоощущение. Для работы со стопами нам понадобится фитнес-резинка. Вначале мы цепляем ее за самую широкую часть стопы и начинаем интенсивное вытягивание стопы вперед и назад. Затем меняем положение резинки, цепляем ее за большой палец и повторяем те же движения. Повторяем все то же самое для другой ноги. Широкая часть стопы
большой палец. Затем откладываем фитнес-резинку, слегка развернув стопы вовнутрь, накрываем одной стопой другую. Продолжаем тянуться, тянем стопы, опуская пальцы как можно ниже к полу. И затем меняем положение ног. Делаем все то же самое для другой стороны. Вращение. Стопы расслаблены. Произвольно вращаем ими вправо и затем влево. Количество повторений по необходимости. Далее мы сгибаем ногу в колени и расслабляем стопу. Начинаем вращать расслабленной стопой. В одну и в другую сторону. И потом повторяем все то же самое для другой ноги. Помните, стопа остается полностью расслабленной. Для следующего упражнения нам нужно согнуть ногу в колени, направив колено вперед и слегка в сторону. Далее мы поднимаем колено и опускаем настолько, насколько позволяет наш сустав, наш голеностопный сустав. И затем, слегка отклонившись назад, перенеся вес тела, растягиваем стопу. Мне очень нравится сочетание динамичного и статического режимов. Все то же самое повторяем для другой ноги. Поднимаем и опускаем. И затем оставляем ногу. Можно немного подвинуть колено. Фиксируем. Для следующего упражнения нам понадобится либо коврик для йоги, либо полотенце, которое нужно свернуть в плотный валик. Мы кладем на него стопы, подкладывая наш валик где-то в районе щиколоток. Ну и пока мы сидим в таком положении, можно потянуться. Приятно потянуться, потянув плечи, раскрыв грудную клетку. Далее нам нужно поменять положение стоп. Сейчас наш валик располагается под самой широкой частью стоп. Я продолжаю работать с плечевым поясом, раскрывая грудную клетку. Теперь наш валик лежит уже под пальцами ног. И следующее упражнение – это вариация лагу-ваджрасаны. Опять-таки, сочетание динамичного и статического режима. Вначале мы несколько раз опускаемся и поднимаемся, да, стоя на коленях выполняем это движение. Очень активно у нас включаются и стопы, и мышцы передней поверхности бедер. Затем фиксируем. Хочу напомнить, количество повторений произвольно. Спасибо.